Товарищи, замечательно, что мы здесь. И замечательно, что нас много. И замечательно, что мы видим здесь столько красных флагов, которые показывают, что мы вернулись на улицы. Мы снова становимся силой. Трудящиеся поднимают свой флаг. Этот флаг красный. Никаким другим он быть не может и не должен. Потому что речь идет не только о том, чтобы сделать честные выборы. Что значит честные выборы при бесчестной системе? Что значит честные выборы при бесчестном порядке? Мы не можем просто дождаться, чтобы они честно пересчитали голоса между кандидатами, которых сами же отобрали, и которые сами же контролируются, как марионетки из одного и того же театра. Мы не просим Карабаса-Барабаса о том, чтобы он честно распределял наши голоса между своими марионетками. Мы хотим свободных выборов. Но свободных выборов не просто для того, чтобы правильно опускать бюллетени в урны, а для того, чтобы изменить общество, для того, чтобы изменить социальную систему, для того, чтобы покончить с тем олигархическим капитализмом, который обрек нас на нищету, который обрек нашу страну на развал образования, науки, здравоохранения, на развал промышленности, который втянул страну во Всемирную торговую организацию, разрушающую наше производство и нашу промышленность, лишающую нас рабочих мест. Мы хотим социальных перемен, и демократия – это путь к социальным переменам. Поэтому мы говорим, что они должны уйти из Кремля. Но мало того, чтобы они ушли, нужно, чтобы пришли мы. Мы как трудящиеся, мы как народ, мы как большинство. Власть миллионам, а не миллионерам.